Оказывается, название ансамблю «Радость» дал одноименный танец, увиденный в деревне Каменецкого района. Это слово не только прижилось, но и стало жизненным девизом участников коллектива. Бристе о «Радости», кажется, знают все, ведь он постоянно на виду во всех городских масштабных проектах и праздниках. А успехи народного ансамбля за рубежом добавляют известности и популярности не только ансамблю, но и городу над Бугом. Для Бреста это не просто танцевальный ансамбль, у нас достаточно много. Это тот коллектив, который, наверное, побывав во многих странах мира, в десятках стран мира, он рекламировал и нашу республику в дальнем, это Советский Союз в прошлом, потом Республику Беларусь, Брестскую область. Через этот коллектив прошли многие поколения брещан. Поэтому это, без сомнения, один из тех брендов, которым мы гордимся. Это такой яркий представитель народной дипломатии от нашего города. 60 лет – юбилейная дата. За это время ансамбль «Радость» стал школой мастерства и вторым домом для многих поколений его участников. На счету множество побед, а гастрольная география поражает своим размахом. По мнению старожилов коллектива, все это стало возможным благодаря бессменному руководителю Анатолию Воробьеву. Он человек искусства, он это любит, он любит людей, он любит творчество, он поднимает его на высокий уровень. «Радость» была самодеятельным коллективом, а сейчас они стали профессионалами. Анатолий Михайлович здесь большой молодец в том, что он сумел, как говорится, собрать молодых людей и продолжать это большое дело развития народной хореографии. Анатолий Михайлович, первое, есть в нем доброта. Второе, есть требовательность. Третье, есть обязательность. Человек, который, как говорится, полностью на своем месте до кости мозга своего. Поэтому я только могу сказать очень-очень хорошие слова. Поздравить коллектив с юбилеем и вручить заслуженные награды его участникам пришли представители власти. Не забыли и ветеранов, участников ансамбля, многие из которых специально приехали из-за рубежа. Эта дата, в том числе, высокая оценка неустанного труда многих поколений участников коллектива. Ну а то, что мы видим на сцене, всегда высокопрофессиональные коллективы, это, конечно, заслуга его руководителя. И я уверен, что впереди у коллектива еще много долгих, крылатых лет, много-много миллионных зрителей, тысячи гастролей и концертов. Каждое выступление творческого коллектива, будь то сольный концерт на престижной площадке, либо один яркий номер в большом концерте, всегда вызывает искренний отклик у зрителя и воспринимается как праздник искусства. 60 лет – это почти большая половина человеческой жизни, а для творчества это только начало.